Продолжаем эфир. Жители Алматы массово жалуются на тараканов. В последнее время прусаков стало много даже в новостройках. При этом одиночная борьба с ними результата не приносит. Как правильно избавиться от непрошенных гостей, расскажет Еляман Раймбеков. Ничего не помогает, ничего не выходит. Жители первого микрорайона Алматы вынуждены бороться с усатыми соседями. С наступлением темноты насекомые начинают ползать по шкафам. Многие арендаторы не выдерживают, меняют квартиры, но и это не выход. Со временем прусаки заводятся и в других домах. Ну, снимаю я вот уже почти второй месяц, и я их и так травлю, и так вообще ничего не помогает. Большие тараканы исчезают, но появляются маленькие, и так постоянно. Тараканы у меня везде, и что под кроватью, что над кроватью, что в холодильник забираются, что в ванной, что в туалете, везде. По словам Айгуль Акажановой, они перепробовали все средства для уничтожения насекомых. Но ни одна травля не увенчалась успехом. В Батимат ходили, мы обращались. Вызывали это, мы свой подъезд, вот этот наш подъезд двухэтажный, все деньги мы складнули, чтобы травили тараканов. Не действует. Жалобы о нашествии вредителей поступают со всех районов мегаполиса. Специалисты говорят, что в дезинсекции должны участвовать все жильцы дома одновременно. Иначе тараканы будут просто кочевать по этажам, трубам и щелям. Чтобы на долгие годы избавиться от усачей, нужно травить их 4 раза в год. Делать это можно и летом. Но, разумеется, когда проводится эта обработка, то люди уходят на это время, когда там проводится. Потом им говорят какое-то определенное время, когда нужна экспозиция. Допустим, 40 минут, час, полтора часа. После этого проходится и делается уборка. Стоимость обработки в Алматы в среднем 30 тенге за квадратный метр. По городу действует более 50 организаций. Еляман Раймбеков, Влад Шишко, Информбюро, Алматы.